Всем привет! Задумывались ли вы когда-нибудь, какой была самая первая анимация по ПВЗ? Сегодня в ролике я расскажу о этой анимации. Не буду тянуть. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на телеграм-канал. А если хотите поддержать меня копеечкой, то заходите на Boosty, либо можете задонатить по ссылке в описании. Всех донатеров упомяну в ролике. Анимации по ПВЗ являются неотъемлемой частью фандома, как, впрочем, и во многих играх. Старые анимации вызывают ностальгические чувства у олдов. Сколько таких анимаций, наверное, и не сосчитать. Но какой была самая первая анимация по ПВЗ? С чего все началось? На самом деле, первой анимацией по ПВЗ является видеоклип на песню «Zombies on Your Lawn», которую исполняет Лаура Шагихара. Вышел этот клип в 2009 году. И как вы все знаете, этот видеоклип является титрами ПВЗ. Но какой была первая фанатская анимация? По запросу анимации ПВЗ я смог найти кучу анимаций, которым 12 лет и более. Но являются ли они первыми, вряд ли. Я потратил много времени, листая старые анимации, и самая старая, которую я нашел, это анимация под названием Plants vs. Zombies 3D. Вышла эта анимация 22 октября 2010 года. Ее автором является некий Крэмфл. Данная анимация представляет из себя пародию на геймплей ПВЗ. По качеству анимации хорошо видно, сколько ей лет. Я не берусь утверждать, что это первая анимация по ПВЗ, но точно одна из самых первых. Возможно, самую первую анимацию вовсе невозможно найти, ведь ПВЗ очень старая игра, и в тот период времени интернет, и в частности YouTube, не был так хорошо развит, как сейчас. Возможно, самая первая анимация уже давно удалена с YouTube или других ресурсов, либо она просто не собрала должных просмотров и находится где-то в конце списка. Я также искал информацию про первую анимацию по ПВЗ на Reddit, и единственное, что я нашел, это вот эту анимацию. Тоже не берусь утверждать, что это самая первая анимация, но точно одна из первых. Да и сам автор этого поста не говорит, что это первая анимация. Он сказал, что она была на YouTube, когда он был маленьким. Но по качеству анимации можно понять, что она сделана не раньше 2011 года. Что ж, несмотря на то, что на данный момент нет точной информации о том, какая анимация по ПВЗ была самая первая, я показал возможных претендентов на данное звание. Но что точно можно сказать про эти анимации, это то, что они являются одними из первых анимаций по ПВЗ. Ну ладно, вот такой ролик у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то можете посмотреть другие мои ролики. Ну а я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.